Президент Касым-Жомарт Токаев принял премьер-министра Аскара Мамина. Токаеву доложили о санитарно-эпидемиологической обстановке, мерах по стабилизации цен на социально значимые товары, привлечении инвестиций и других актуальных вопросах социально-экономического развития страны. Премьер-министр Аскар Мамин отметил стабильность эпидемиологической ситуации и снижение уровня заболеваемости COVID-19. Так, за последний месяц количество заболевших уменьшилось в 2,4 раза, больных в стационарах – в 1,4 раза, амбулаторных больных – в 1,8 раза. Продолжается планомерная работа по вакцинации населения. На сегодняшний день вакцинировано около 8,7 миллиона человек. 22 ноября во всех регионах началась ревакцинация. Президент был проинформирован о работе по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары и реализации комплекса мер антиинфляционного реагирования. Глава правительства также доложил Касым-Жомарту Токаеву о ходе реализации приоритетных направлений председательства Казахстана в ЕАЭС. В частности, активизирована совместная работа по развитию взаимовыгодных кооперационных проектов, устранению существующих барьеров в торговле, укреплению транспортно-логистического сотрудничества, внедрению цифровых технологий, расширению торгово-экономического сотрудничества.